Всем здорова, с вами Старпёр и Dark Souls 2. Итак, какие новости? Значит, я, ребят, кое-что здесь немножечко напутал. Подождите, а где посмотреть? Да. Гробик мне поднасрал немножко и переделал меня обратно в мужика. Ну, походу, это знак судьбы. Хотел я поиграть девчонкой хотя бы в одну из частей. Но нет. Все-таки будем играть мужиком. Такие дела. Ну, а теперь я хочу... Хочу я что сделать? Но я хочу вернуться обратно в башню и посмотреть, где я там что, блин, пропустил. Где-то же я что-то пропустил, блин. Иначе и быть не может. Осталось понять, где и что. Больно, сука. Колечко работает нормально. Видите, два удара и сбивается у него. Его стойка, или как это назвать, но вы поняли. Он немножко подергивается и не атакует. Что славно. Так, там я был. Там выход на площадь, где был преследователь, которого я убил в Междумирье. Чё теперь-то? Мне нужно как-то туда вот попасть. Я вспомнил, бля. Я все вспомнил. Чтобы пройти дальше, мне нужна ветка, которую я потратил там же в Междумирье. И, бляха, я что-то хз, что теперь делать? Блин, вот это западло. Зато у меня появилась эта хрень, которой я вроде бы могу улучшить пушку. Так, вот это копье у меня взято. Да, могу сделать огненную пушку. Но не хватает душ. Короче, беда. $12,000 стоит эта ветка. Где ее взять, чтобы не платить бабосы, я вообще хз. Поэтому, видимо, придется пойти и подфармить. Хотя подождите. У меня есть души. Преследователя я не хочу разбирать, потому что у него меч, а вот у этого чувака рука была. Короче, давайте попробуем, может быть, хватит. Шесть косарей, бляха, не хватит. Или... Прекрасно, прекрасно.
Так, забираем ветку, и теперь можно лететь обратно. Как бы теперь здесь не рипнуться, блядь. В прошлый раз меня эти чуваки размотали без особых трудов. Сойдет. Ну давай. Так, кто тут у нас тут? Ёб твою мать. И что делать? Копье заебись. А, не зря я взял копье, не зря. Да нет, нет, тихо, не трогай дверь. Блин, жестко. Так, зато я всех высек. Что-то тут все очень подозрительно. Да, блядь, сколько вас? Все, вы сдохли? Имбецилы, блядь. Так. Босс? Ой, блядь. Похоже на ловушку, но нет. Так, лучистый — это типа большой хил, я так понимаю. Блин, я боюсь туда идти. Ну, давайте сюда сходим. Бац, в рот. Это не открывается. Походу, сломанные двери. Заебись. Помог, блядь. Сука. Сука.
что я его освобождать не собираюсь. Нет, нет, нет. Или, может быть, вот так. Все, нормас. Так, погнали. Подождите, а это что? Шорткат, может быть? А, нет, это... И это не шорткат, ребята, это трап. Вот уроды. Ну что, пойдемте в ту мглу, которая там была. Посмотрим, что там. Звук какой-то, короче, подозрительный, просто пипец. Что наводит меня на мысли о пиздюлях. Но посмотрим сейчас. Страж руин Олеся, блядь. Ебанутая, что ли? Олеся, ты чё? Охуеть. Ну что мы будем делать с тобой? О, ёпта мать, как мы умеем. Только, блядь, не упасть. Ой, мне пизда. Блять. В пизду нахуй. Как с вами драться? Ты идешь или нет? Да пиздец. Бля, еще какой-то хуй ко мне вторгся. Как будто мне, блядь, проблем не хватало. Ёбаное животное бежит уже. Имбецил, блядь, ебаный, сдохни. Дроп будет какой-нибудь или что? Фигурка, ну ясно. Тихо. Ой, чё я, короче, намучаюсь я здесь.
Хм, я ему сбил эту хуйню. Точнее говоря, ей. Ну да. Так, минус одна. Вон там еще один ходит хер, и здесь один. Заебись, он запрыгнул, блять. Ваншот, охуенно. Так, подождите-ка, раньше эта штука была здесь? Фелиция храбрая, это девочка? Ну ладно. Походу можно призвать ее, чтобы подраться. Но, блять, я не хочу. Я в силах сам. Заебись. Я умер. Охуенно. Да ебаный, блять, в рот, нахуй, ну. Просто пиздец. Блять, они оба запрыгнули, кайф. Хуй знает, что с ними делать. Пиздец. Ну вот, я теперь человек и походу, да? Блин, у меня, короче, все настройки лица остались. Девочковые. У меня мега брутальный чувак. А, что за жесть? Надо обратно менять пол, наверное. В общем, появился знак призыва, когда я стал человеком, значит, полом нельзя призывать никого, все понятно. Да блять, ну сука, ну как так? Ну... Ах, блядь, ну давайте еще раз. Заебись. Заебись. Заебись, блядь.
охуенно, блядь. Просто одновременно начинаю отвращаться, и куда мне уходить, блядь? Пожадничаю, блядь, сейчас. Или нет? Так, ну с одним-то попроще будет драться, тем более на открытом пространстве. Если я, блядь, сейчас сдохну, это будет мега пиздецкий хвейл. Я охуею, если честно. Душа Стража Руин, созданного тюремщиком. У Стража Руин нет телесной формы, это всего лишь дух, вселившийся в доспехи. Использовав душу Стража Руин, можно получить множество душ, блядь. Ну, лучше бы что-нибудь хорошего написали. Это, блядь, тут тени так работают, походу. Прикольно, смотрите. То есть вот эта правая стенка. Хотя, подождите. Те две тоже, что ли, открываются так? Серьезно? Короче, издалека они выглядят по-другому, стенки получаются. Очень интересная система. Стойте-ка. Ну вот это тоже получается такая? Или левая, подождите-ка. Вот это. Короче, издалека они или светлее, или темнее. Охуеть. Первый, короче, первый, блядь, Dark Souls, где стенки секретные отличаются. Ну ты не дышишь? Нормально. Выпуклый щит, но я бы обошелся, наверное. Так, и куда эта лестничка? Там проход был слева, но сейчас посмотрим, что здесь. А здесь... Ну ладно, один раз мимика увидите, я пойму, как их отличать. Бесшумность — это заклинание, которыми я не пользуюсь. Хм.
А может, стоило бы... Так, у меня нихера нет хилов. Что, конечно, не радует. Эта дверь не открывается, и походу... Подождите-ка, это я там пришел, вот сюда надо. Нет, подождите. Что-то я не пойму. Ну сюда, походу. Да, 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 да. Так, и что? Блять, не нравится мне этот звук. Ощущение, что кто-то цепями ходит, бремчит. Но я здесь не перепрыгну, очевидно, слишком далеко. И как туда попасть? Через верх, походу, или нет? Ну, давайте попробую. Так, стойте-ка, а что за тюремщик, который создал эти доспехи? Это может быть настоящий босс этой Локи? Минус пол ебала. 33 тысячи сейчас просрём, блядь. Так, а я, получается, отсюда выйти никак не могу, кроме вот как вперед идти. Кайф. Хотя у меня косточки вроде бы есть. Да, я вернусь на костер и прокачаюсь. А потом сюда вернусь. Так, адаптивность. У меня сколько поинтов? Да хера. До 30 качаем. Так. Что-то я... Так, и ловкость. Ну, до плешки на этот раз. Не сейчас еще вот это все поюзаем. Ну, а из этого мы сделаем тоже ловкость. Все, нормас, нормас. Потом здоровье подкачаю еще чутка. А пока что давайте возвращаться. Блин, как туда попасть, я не пойму. Ну точно не здесь. Может быть, я не допрыгнул просто тогда, когда прыгал. Может быть, все-таки вот с краешка вот здесь. Бля, ну нет, все равно слишком далеко это выглядит. Эх, блядь. Ладно, не буду пробовать. Давайте дальше пройдем, посмотрим. Может, там что-то важное. Но я сейчас ушатаюсь на этих прыжках. И как мне здесь пройти, блядь, если он, сука, взрывается? Ну, вот так, наверное. Костер — это просто мега охуенно. Так, здесь у нас спуск, а там у нас подъем. Бля, что? Куда? Давайте сюда сначала попробуем. Ой, да ладно, блядь. Да ладно, нахуй.
Тебе не заебало за мной гоняться, блядь? Вижу, что нет. Хуила, блядь. Вот это плохо. Если он появится, я его буду ебашить. Там, кстати, он для ключа фарона хуйня. Блять, ты сам себя взорвешь, и меня еще к тому же. Отъебись, блять, от этих бочек конченый. Тебе пиздец, держу в курсе. Дегенерат, ебаный. Так, ну и что тут еще есть? Ну, где-то здесь есть скрытая стена. Мне вот интересно, эта хрень показывает или дает возможность ее открыть? Вот в чем вопрос. Как бы мне не западло, блин, потыкаться здесь в каждый закоулочек оружия. Но, наверное, это не так работает. Наверное, реально надо сначала открыть. И потом мне дадут возможность... открыть секретный проходец. Колокольчик. Восемнадцать вир надо. Ну, это дохуя делов, конечно. Ладно, нужно запомнить, что здесь вот эта вот рожа для ключа. И воспользоваться ею, когда появится у меня этот самый ключ. Покупать, правда, я не хочу его у торговки, потому что он стоит овер дохуя бабок. А вот если где-то выпадет на шару, то почему бы и нет? А может быть так, что он не в той комнате, а где-нибудь здесь, например... секретный проход этот. Нет, наверное, нет. Ладно. Пень, погнали наверх. Смотреть, что там. Вот я бы проорал, если бы она закрыта была, блядь. Это был полный пиздец. Так. И что я, и где я? Нам нужно аккуратненько так оп. А потом так. А потом так оп. Что же нас ждет наверху?
Ничегошеньки хорошего наверху нас не ждет. Это я вам гарантирую. Так, я не понял. Я могу на башню подняться, а могу, наверное, здесь перепрыгнуть или нет? Ебать, он целеустремленный. Это он снизу пришел сюда. Охуеть. Кому-то не повезло. Так, а это срезец, кстати, или нет? Подождите-ка. Это похоже на срез к этому. Нет, не похоже. Точнее, вообще было похоже, но... Блять, куда я забрался? Непонятно вообще что-то. Что я иду хз куда, я, короче, чувствую, сейчас меня накажут. Фимем скептика, это еще что такое? Оружие или что? Снижает веру, требуемую для заклинаний на один. Это неплохо, это неплохо. Единственный минус в том, что... Так, блядь, и что? Подождите. Куда-то я опять приехал, хз, куда, блядь, мне что-то... Ты еще что за дерьмище, бля? Изи ушатал. Просто изи. А вот я и нашел то, что хотел, походу.
Да или нет? Где он? Где, где, где? Не понял. Ну, вот он. Так, что у нас тут? У нас тут... У нас тут какая-то хуйня, на самом деле. Говноскиллы, блядь. Огромная сила. Огромное количество ловкости. Надо силы. Какая-то загадочная хуйня. Это не тот парный клинок, который я хотел. Так, ладно, ты кто? Ты сундук. Открывайся тогда. Парирующий кинжал. Ну, ёпта, я же мастер парирования, правильно? Где он? Все. О, им еще и тыкать можно при желании. Все как я люблю. Так, смотрите-ка, еще одна хрень. Блять, арбалетчики, это хуево. По-моему, еще собака где-то дышала подозрительно, но нет, показалось. Не показалось, нихера. Ну что, ты слазить будешь или как? Или я к тебе? Ну давай, я к тебе. Так, здесь тоже, наверное, что-то типа того, как было в этом... В Маджуле. Блять. Ну, по сути своей, да. Так это же те же шмотки, что у меня, разве нет? Да. Ну ладно, спасибо. Признателен, наверное. Так, а вот и местечко для старинного ключа, который я нашел в самом начале Локи. Это еще что за хуя, блядь? Камикадзе. Который находился в начале Локи еще. Может быть, это означает, что я уже двигаюсь к концу? Что за огненная бабочка? Ее можно зажечь в факел где угодно. Охуенно. Так, и что здесь? Чего я сюда пришел-то вообще?
сзади какой-то пиздец. Да ты затрахал меня, блядь, ну пиздец. Ну сколько можно за мной ходить? Это просто ебануться какая мразь. Он просто ходит за мной, ходит и ходит. Заебал. Так, я в прошлый раз уехал куда-то в клетке. Блять. Сейчас бы этого не сделать. Так, уехал я здесь. И туда я не поеду сейчас. Давайте вот эти ворота откроем. Ну, надо же было попробовать научиться парировать, правильно? Восемь самоцветов жизни, блядь. Бьюсь об заклад, там босс. Иначе нахера бы им давать мне 8 самоцветов жизни. Сейчас проверим. Грешников. И нет, это не босс. Достаточно странно, если честно. А нахрена вы мне тогда давали 8 самоцветов? В чем подвох? Ладно, надо заканчивать. Я, если честно, сильно устал, поэтому я буду на этом заканчивать. Боссов я убил. Ну, вот этих вот. Олесю, там Рики, как там его еще звали, Яхаим какой-то. Так что можно сказать, что миссию свою я выполнил на этот выпуск. Хотя, конечно, было бы интересно исследовать, что там дальше на холме грешников. А вообще надо исследовать, что здесь еще остается, потому что холм грешников-то новая локация. А я думаю, что я здесь до хрена всего пропустил. Но это все я буду делать в следующий раз, а на этом все. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Не забывайте подписываться здесь на Твиче. С вами был Старпер. Всем счастливо.